постановил Ланскую Ульяну Владимировну освободить от уголовной ответственности за совершенное ею общественно опасное деяние, подпадающее под признаки преступления, предусмотренным пунктом В части 2 статьи 105 УК РФ. Применить к Ланской Ульяне Владимировне принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением.